Всем привет, меня зовут Алекс, и это новый крутой ролик по дизайну вашего рабочего стола Windows 10 и 11. Всем спасибо, ребятки, кто подписался на мой канал и поставил лукас. Вы самые лучшие, не забудьте, соответственно, про колокольчик, ведь он будет вас уведомлять о моих новых роликах. Ну и что, тогда не будем терять ни минуты, ни секунды и перейдем к дизайну вашего рабочего стола. Погнали! Ну что ж, ребятки, начнем тогда кастомизировать ваш рабочий стол. Сейчас вам покажу легкий, красивый, прозрачный, как стекло, дизайн вашего рабочего стола. Для этого вам нужно будет зайти в Microsoft Store. И здесь отыскать такие программы, как, сейчас, минутку, такие как B-Widget, вот, есть такая программка B-Widget, я думаю, ее все помнят, она была в каком-то из моих предыдущих роликов, программа топчик, сейчас покажу и расскажу почему. Если кто еще не смотрел мои предыдущие ролики по кастомизации рабочего стола, то обязательно их посмотрите, ведь там тоже очень интересные кастомки, поэтому, как обычно, там есть ссылочки под видео для того, чтобы скачать там приложение, точнее, это обои, либо же еще что-то, то есть внимательно с этим. Вы его скачиваете, устанавливаете, все. Далее переходим к другому. Так, давайте сейчас перейдем к библиотеке. Вот, вам нужно потом будет скачать вот Translucent DB. Его также качаете. Вот тут вот кнопочка будет Install. И устанавливаете. Это единственное, что нужно нам для того, чтобы наш рабочий стол выглядел очень круто. Ну что ж, и непосредственно обои. Сейчас покажу, какие. Обои у нас будут вот такие вот. Такой красивый стиль. Мне очень нравится здесь игра цветов. То, что здесь такая вот луна. Так где-то там за горизонтом виднеется. Тоже очень красиво, минималистично и очень, скажем так, уютно. Вот. Давайте сразу же поставим непосредственно... нет, lock screen background. Вот, мы уже заменили сразу же. Вот так это выглядит на моем рабочем столе. Только почему-то слишком сильно реально порезало качество самой картинки. Мне это не особо нравится, на самом деле. Мы сейчас тогда с вами убираем вот значки рабочего стола. У нас остается пустой рабочий стол, то есть ничего здесь нет. Начнем тогда сразу же с Translucent DB. Нажимаем Open. После этого, ребятки, так, что-то не нажалось. Ага, вот, все есть. Только что-то не вижу. Вот так вот. После этого, как вам, ну, вы нажмете вот сюда вот на Open, вам предложат, то есть, согласиться с условием пользования. Вы это делаете, соглашаетесь, не бойтесь, это все нормально. Так, и после того, как он запускается, как вы видите, у меня полностью меню пуск, панель задач всех, которых, ну, то есть, где мои все тут программы. Вот это все, вся эта панель становится стеклянной, то есть именно чисто прозрачной. Вот. Далее что мы делаем? Далее открываем вторым плагином, это B-Widgets. Мы его находим также здесь. Вот. Также нажимаем Open. Открывается перед нами такое небольшое окошко. B-Widgets. Есть настройки и New Widgets, и Layouts. Мы с вами делаем что? Нажимаем New Widget. Добавляем сначала время. Потом еще New Widget. Мы здесь выбираем не время, дату, допустим, и добавляем еще раз один новый виджет. Так, мы здесь выбираем с вами погоду, weather. Далее здесь что мы с вами делаем? Так, сейчас пока оно коннектится. Вот сюда заходим. Здесь можем нажать close, нам не надо это. Далее мы с вами делаем что? Мы убираем с вами background. Соответственно, это наш фон. Нам надо его убрать непосредственно. Вот видите, у нас становится оно прозрачное. City text. Почему-то не хочет отображаться. Ладно, мы выходим. Также идем с датой.
с датой то же самое. Кастомизируем ее, выбираем здесь, выбираем вот это, также лишаем его фона. Ну, кстати, мне не особо нравится дата, но пусть будет. А вот снизу там будет стоять как-то интересно. Здесь так же самое, сюда переходим, спускаемся вниз и убираем фон. И закрываем. Эту штучку мы пока что отодвинем вот сюда. Ее можно даже свернуть. И где-то вот центруем. То есть, ну, здесь на глаз условно. Потому что так не получится отцентровать. Но почему-то не могу понять, почему не хочет коннектиться погода. Прям не могу узнать. Ребятки, ну где-то вот центр. Так. Не могу попасть. Вот так вот. Где-то центр. Ну давайте, допустим, поставим где-то вот тут вот. Далее поставим наши часики. Вот так вот. И погодка. Погодка у нас коннектится как-то так. Так. Даже я думаю, наверное, вот сюда даже где-то передвинемся. Вот так вот где-то. Вот. Да, ребята, наверное, смотрите, как мы сделаем сейчас. Вот, вот так вот, мне кажется, будет намного ярче. Мы где-нибудь вот тут вот центруем наш погоду. Вот это вот ставим вот сюда, по центру. Вот где-то так, приблизительно. И это внизу. Вот. И у нас получается как-то так. Только это все можно чуть-чуть вниз. Вот так вот. Ну вот, такой вот красивый у нас получается дизайн. Простой, с полностью прозрачными иконочками. И вот такой вот, вот такие вот, скажем так, виджеты. Далее можно закрыть вот это. Соответственно, оно все переходит в режим. Только не могу понять, почему не коннектится, но я не могу сказать. Я думаю, что вы попробуете, у вас все должно будет запуститься. Почему у меня это не делается, без понятия, честно вам скажу. Потому что перед этим также я пробовал, тестил, почему-то тоже не хотела искать... ни страну, ни город. Вот, ребятки, ну если для вас это кажется как-то более, знаете, такая вот, вот такие вот обои чуть скучноватые, то можно непосредственно установить Wallpaper. Вот. Можем найти вот такое вот приложение очень интересное. Сейчас вам покажу. Вот, вот это вот. Это более такие, знаете, живые обои. И как раз таки вот можем сейчас установить. Там есть небольшой набор каких-то стандартных живых обоев. И мы сейчас какую-нибудь там загрузим. И как раз таки у нас все. Вот это почему-то долго загружается. Не знаю почему. Что-то не идет загрузка. Хотя должна. А вот пошла загрузка. Просто есть очень много. Ну как много? Достаточно, скажем так. Ну вот такого плана сейчас можно будет сделать вот этот вот, если там есть. Вот я вижу, есть стандартные вот эти вот обои эффект капли, и как раз таки вот эти капельки с нашим вот этим вот нижним панель, ну где панель задач у нас, да, то есть вот эти вот программки, которые у вас здесь закреплены на панели задач, вот здесь непосредственно будет очень красиво смотреться, потому что с этими обоями почему-то мне не особо нравится, что-то качество такое очень не особо приятное, хотя когда я скачивал их, качество было реально хорошее. Просто так как вариант идет в формате веб, я его переформатировал в JPEG, и поэтому качество немножко потерялось. Ну что ж, давайте откроем эту прогу. Тоже ее скачивайте с Microsoft Store. Абсолютно весь дизайн я делаю через приколы в Microsoft Store. Поэтому, ребятки, вам также советую. Здесь ничего опасного нет, никакую хрень себе не загрузите. И все вот эти вот штуки, а именно дополняшки, которые находятся в Microsoft Store, они не так сильно грузят вашу винду и, в принципе, вашу всю систему по сравнению с теми же программами, насколько, ну, если вы знаете такую программу, как, допустим,
как-то Valper Engine, да, называется, как бы условно, вот тогда да. Вот, ребятки, смотрите, я поставил вот это вот, вот эти вот обои. Нажимаем здесь ок, соглашаемся, оно выключается. И вот как-то так. Я думаю, что это намного интересней. Вот мы сейчас уберем только. Можно сейчас зайти еще вот эту вот программу, где она там. Так. Это не то, не могу найти. Вот она, B-Widgets. И только сейчас вот давайте еще попробуем. Weather, Finance. Нет. Еще раз попробуем Weather. Но все равно почему-то не коннектится. Не знаю почему. Давайте мы его ремувнем, короче. И сделаем еще такой же виджет, условно, да. Только опять Weather. Видите, просто нет коннекта. Нет коннекта просто-напросто. Ладненько. Давайте сейчас сразу же уберем бэкграунд. Так. И все. Да. И думаю, вот тут вот где-нибудь мы сейчас это все разместим. Вот эту дату, вот эта дата мне реально бесит. Я ее не хочу. Все. Дата, тайм, фото, эп. Что-то там, короче говоря, нам тоже не надо. Все, нет, короче, ремувнем это все дело. Это все некрасиво. Как видите, поменяли обои немножко фон. Они более темными стали, поскольку сейчас более темное время суток. И за счет этого они поменялись. Ну, вот как-то так у нас происходит это все, нет. Они холоднее становятся, то светлее. Или это так просто падают цвета. Ну вот так вот, ребятки, где-нибудь, да, вот, я думаю, симпатично очень будет. И вот такой вот у нас вышел с вами такой кастом, легкий, красивый, неброский в глаза. И как раз таки сейчас осень, как раз таки по настроению. Вот, кому понравился, обязательно, ребятки, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. С вами был Алекс, и ждите тогда новых роликов. Всем пока!